Сегодня у нас суббота. А? Ты его разогрей, чтобы Вот мы приехали на огородке, который у нас возле матушкиного пруда, когда считается матушкин пруд. Это Иосиф дома Устинова. Вот здесь вот тоже решили. Матушка попросила сделать грядки под чеснок, ну и еще другую культуру посадим. Вот овощи. Сейчас вот я вот поменял, приехал на этих шинах, поставил прежде. Я не знаю, у меня глубина правильно нет стоит. Здесь видишь посажено, здесь не надо. А. Вот тут вот рядышком можно начинать. Ничего не будет. Да. Я наберем, что я привык, видишь, сцепление выжимать и скорость включать. На какой сейчас? На вышло. Стоит на второй, но можно на первую поставить. Первая. Вторая? Первая туда. Да, если туда, пускай, да. Сперва желтую, желтую. Да, да. Нет, сперва желтую нажимаешь и красную ведешь, и потом желтую отпускаешь, когда красную уже начал подводить. Все. Что много лет занимался этим, именно по найму работали на мотоблоках, когда я ему предоставил эту возможность. Вот как хочешь. Дальше. Нет, сюда. Сюда. Вот сюда, да. Нет, нет. Земля влажная, мягкая, все пока. Только недавно снег пошел отсюда. Нет? Земля уже годится, да? Да. Земля годится для спашки. Да. Вообще золото. Сразу видно, человек уже работал с этой техникой.
когда-то ходили с клубом. Вот такую технику придумали. Брат, пока остановись! Газ посидел. Ну что можешь сказать? Что-то не хватает, может? Вообще алтайская земля как пух. Да? Хорошо, я просто привык работать на мощном мотоблоке. Для меня это слабенький. Слабенький, да? Я сразу... Но этот как раз для такого. Он целину не возьмет. А мы целину пока, у нас он тяжелее в два раза. Но это я не буду рекламировать. Ну у Романа, у этого, который был у нас здесь, вот это. А это как раз под лук, под чеснок, под грабки. Сам раз. А сейчас если вот пошла тенденция, что вообще не пахать. Вот как раз зарыхлил, все, взял лук, чеснок, морковь, все, да, чеснок. Под пух. Ну а под морковь, морковь-то надо будет глубже. Не, ну нормально. Считай, 20 сантиметров. Шли до лопата, вот. Мы же еще сделаем тропинки и сделаем грядки. Правильно? Да. Она же еще поднимется. Что, нормально? Ну вот мы и посадили участок этот, который Юрий он взрыл этим мотоблоком. Лук посадили, чеснок, лук семенами посадили, чернушкой, чтобы вырастало на головке. Чеснок тоже несколько рядов. Вот тут морковку посадили, вот здесь вот. Он торчит даже. Это уже на семена морковка растет. Будет расти вернее. Я лопату сажал. Матушка засаживала. Матушка не любит сейчас. Сейчас так. Вот так вот. Слава Богу за все. Вода тут рядом. Ливать будет удобно. Ливуя. Сегодня второй участок уже Юрий тут пахал небольшой. Немножко посадить там можно было. Мы сейчас посадим лук на посадку. То есть для стрелки, чтобы можно было потом семена собрать с него. Такой вот матушка дала посадочный лук. А здесь уже у нее с осени она посадила себе уже. Потому что этот участок и ей принадлежит в основном. Тут она и лук, и чеснок уже посадила по осени. Все это у нее тут зашло. Она растет, видно. Вот так вот. Слава Богу за все. Аллилуйя. Сегодня у нас первый день, когда после праздников поставленных мальчик разрешил работать, решили все вести. Вот сейчас Юрий наш мотоблок участвует в нашем контракторе.
их очень неудобно тут им крутиться. А мотоблоком само то. Тем более Юрий уже опыт есть. Предыдущий, что он работал на мотоблоках, на различных. Вот так вот получается, такая походка. Единственный минус в этой, ну не единственный, конечно, но самое основное, то что сцепление надо постоянно держать, зажимать его. Если отпускаешь, он сразу тормозит этот мотоблок. То ли ради безопасности сделан, то ли для чего, не знаю. По крайней мере вот так. Все, слава Богу за все. Аллилуйя. А вот брат Юрий продолжает уже пахать на соседнем огороде этого Андрея Устинова. Здесь вот у Алексея Устинова пропахал резанный. Сейчас у Андрея это делает. Вот это наша семья. Вот Бога ровно так получается. Накидал, одобрил огород свой. Богу за все. Аллилуйя. Мы работаем тут у отца Акима на Максимовом тут участке. Огород допахивает. Вот такой участок уже пахал. Там же Алексей уже Гуляева тоже сделали сегодня. Там я правда не заснял это. Все, готов. Я готова. Слава Богу за все. Я готова. Аллилуйя. Спиной стоит. Продолжает работать тут у матушки. Вот это он уже участок спахал. Сейчас недавно пообедали, вот пришли, он сейчас дорабатывает тут вот эту зелень, которая заросла пыреем. Я выбираю корни, а он зерхляет. Постепенно тут все выровняется уже потом. Слава Богу за все. Аллилуйя.